Приветствую, друзья! Сегодня будем делать детализацию всех наших деталей. Начну с груди. Я уже здесь сделала небольшую разметку. По ходу дела буду уточнять. Супер реалистично не буду делать, потому что это не требуется для такой куклы. Но наметку там ключицы, лопатки. Поехали! Хотела сказать пару слов о том, что надо не лениться и убирать свое рабочее место после того, как вы закончили. Вот я вчера вечером так устала, что не стала убирать. И когда я проснулась с утра и посмотрела на свои рабочие столы, я поняла, что я там не хочу работать. Ну, то есть пошла там делами своими заниматься. И вот совершенно не хотела садиться за свинарник. Вот, поэтому очень важно потратить 15 минут своего времени после того, как вы закончили там на день работу, просто убрать. Неважно, что на следующий день будет опять так же грязно, так же пыльно. Вот. Я вчера баловалась, раскрасила карандашом, просто наметила. Ну, как говорится, женщина без бровей не женщина. Вот. Немножко тонировала, ну ничего. Так вроде симпатичная. Хотя с лицом я еще тоже поработаю, не очень мне нравится. Вот грудь я довела вот до такого состояния. Ну, еще надо поработать. Такая хребтина у меня получилась. Как будто нечеловеческий позвоночник. Надо чуть подстесать. У нас, конечно, так не торчит. Особенно если учесть, какого размера филейная часть, то эта спина больше похожа на спину худого человека. Я уже, скорее всего, начну с живота. Мне кажется, какая-то длинная часть вот эта вот получилась. Несмотря на то, что я вроде как по размерам куклы делала, все же мне кажется, что слишком длинно. Поэтому я стешу с верхней части еще немножко. Ну, хоть 5 миллиметров. Вот. Будем работать дальше. Башня получилась. Это у меня предварительная сборка еще. В общем, до конца, конечно, еще как до Китая, но смысл в том, что я поняла одну такую вещь, что она пока что еще так шалтай-болтай. Где коленка-то? Шалтай-болтай, потому что вот эта часть мне не нравится. Здесь вот я налажала с этими с местом посадки шарнира, поэтому она здесь будет болтаться, и она, собственно, о том, что она стоять, даже речи не будет. Ну, как бы она не должна стоять, но она должна хотя бы сидеть. Вот, она не очень-то сидит. В
Вот. И еще тут косяк с животом. То есть тут тоже слишком широко. Вот. И что я решила сделать по этому поводу? Так как у меня вообще практически не осталось липа, особенно вот такого большого размера, я возьму вот такую заготовку. Вот. Здесь, по идее, надо бы что-то вырезать, но я возьму для нужд. И заменю вот эту часть. Вот эти две части я их объединю в одно. То есть не будет шарнира в тазе. И тогда у нее будет больше шансов сидеть ровно. Ну и, конечно же, на этот раз я уже подгоню хорошо шарниры, чтобы они не болтались. Так, ну что, шел какой-то там день изготовления этой куклы. Значит, пока у нас такой прогресс. Ой, да, если видите в моем в кадре адреналин, то значит Маша была в магазине вчера. Ходила в магазин, закупалась. Как закупалась? У меня еще были продукты, я просто не было. Я просто захотела испечь кулич. Ну, во-первых, я на всякий случай купила маленький один, просто покупной. А сейчас еще пеку сама первый раз в мультиварке, потому что духовка у меня не работает. Ну, посмотрим, что выйдет. Вот себя побаловала адреналином и шоколадкой. Разметила себе, где пупок, где живот, ну как бы, чтобы уже на этот раз не прогадать. И вот сейчас буду доковыривать вторую ногу и займусь пятой точкой. Надеюсь, в этот раз будет гармоничнее смотреться. Пока как-то так. По-моему, вполне себе. Что ж, продолжаем дальше. Я переехала тут на балкон, потому что в комнате просто абсолютно невозможно стало работать, потому что пыль оседает слоем, толстенным слоем, и каждый день убираться, ну, я просто устала. Поэтому наконец-то потеплело, и я смогла вот перебраться на балкон, себе уже все подготовила. Сейчас продолжать будем шлифовать. Я работаю дремелем сейчас, и вот еще Стронг 2004, бормашинка, очень классная. Вот. Также хотела показать, что я сижу вот на таком мече надувном. Надо его сейчас будет поднадуть еще, потому что поддулся. Потому что у меня болит спина. А когда сидишь на мече, у тебя просто нету шанса сидеть, сгорбившись, криво, косо, вот, и постоянно стабилизируется таз. Ну, в общем, короче, это полезно. Я и рисую на нем, и, собственно, и работаю. Вчера вклеила искусственную замшу, попробовала, чтобы шарниры не скользили сильно в лунках, вот, чтобы они, ну, более устойчивы были. Ноги, как ни странно, дались мне тяжелее, чем кисти рук. Не совершенно, конечно, но думаю, на следующих ногах я напрактикуюсь лучше. Осталось еще немного, и будем собирать. Ну что, друзья, вот такая красота у меня получилась. Сидит, осанку держит. Есть, конечно, над чем подумать в следующей кукле. Есть нюансы, которые мне не нравятся. Это не последний этап, потому что предстоит еще покрыть лаком и расписать маслом.
лицо, еще, может быть, какие-то части тела. И я жду еще в посылочку, там будет шкурка козы и ламы, это для парика. В общем, Афина передает вам всем привет, дает пятюню и прощается. Всем спасибо за просмотр, жду ваших лайков и комментариев. Всем пока!